Привет всем, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня перед вами плектрантус или комнатная мята. Вот в таком она состоянии. У меня довольно-таки большое количество на моем канале видео по этому поводу, но вот все равно мы вернулись опять к этому же самому вопросу. Она вот оказалась у меня на столе в таком не очень хорошем состоянии, корни практически отсутствуют или вообще их нет. Ну, то есть, вот такая вот дылда вымахала без корней, да? Ну, она просто не поливалась. Редко очень поливалась, но зиму она пережила, сейчас весна, так что я думаю, все будет хорошо. Обязательно досмотрите видео до конца, там будет результат. А от начала до конца будем проходить процесс, что будет и как делаться. Вот такой вот горшочек я подготовила, а внутри я положила такую бумажку, мне очень понравилось, кстати, закладывать дренажное отверстие. Вот дренаж у нас вот такой, очень много, поэтому я не буду ложить на дно никакого керамзита, ну, соответственно, сразу пойдет земля или подготовленная почва. Почву я тоже уже замешала, агроперлит для... Так, грунт для комнатных растений, а именно для декоративно-лиственных. В общем, я пропекла его в микроволновке, и вот сейчас он остыл, уже готовый к употреблению, можно сказать. Я сюда добавила также азота немножко, уже перемешала с, ну, то есть все вместе перемешала. Также добавила золы 4 щепотки. Потом еще сюда добавила активированный уголь обязательно и биоперегной, тоже небольшое количество, но для того, чтобы была питательная земля все-таки. Вот. Вот показываю элементарно, что происходит с растением, когда его не поливают. Мы его сначала посадим, потому что мне жалко вот эти вот красивые толстые стебли от основания, такие они все хорошие. Единственное, что подвядшее. Вот это вообще отличное, смотрите. Почти отличное. Маленькие листочки, они становятся маленькими, когда мало влаги. Но это ничего страшного, света было, как я понимаю, довольно-таки немало. Ну и сейчас приступим. Что мы делаем первым делом? Это заполняем поверхность горшка. Нижнюю часть горшка вот таким образом. И смотрим, когда мы будем уже вставлять наши черенки. Ну, можно сказать, что это идет переукоренение, потому что корневая система не везде, не у всех полностью развита. Листья лишние я буду удалять. Вот эти тоже, они некрасивые, ничего страшного. Потом это растение, когда немножко оклемается, через недельку я его буду подрезать. Но это, опять же, если оно оклемается. Ну, мы будем надеяться на... Лучше эти маленькие черенки, так как, смотрите, вот в этом черенке здесь нету ничего, да, никакого проклёнулось ничего, веточек, а здесь вот такие вот веточки будут две, и если их посажу одинаково, то мне, ну, в общем-то, нужно будет их повыше посадить, вот и все. Вот этот тоже сюда сейчас вставлю. Сейчас будет проливаться почва, и чтобы растения не распались и не расплылись, как говорится, нужно будет их завязать чем-то и поставить опору. Ну и также вот притаптывала я для того, чтобы не вода это сделала, а уже было сделано, и непосредственно не поплыли сами растения, конечно же. Все, больше не буду поверх прямо всего горшка делать, так хватит, в принципе. Сейчас вода, ну вот, заполнит все ниши, впитает в себя земля воду, и я думаю, что покажет результат. Пока воды достаточно, так как растения не видели воду довольно-таки большое количество времени, поэтому воды достаточно. Потом мы еще посмотрим, и, возможно, через пару часов можно будет полить еще. Видите, углубление появилось. Вот в это углубление мы опять присыпем сейчас земельки, чтобы это углубление убрать. Ну и, соответственно, потом по результату тоже будем смотреть. Пока
сильно воды не выступила, я не увидела, значит, она вся впиталась. Не сильно глубоко были здесь посажены эти растения, поэтому будем вот смотреть. Опрыскивать я не буду ставить ни под какой колпачок. Ну, в смысле, не буду делать никакой теплички. Будет так, как вот оно есть. Будут они так вот стоять аккуратно. Буду смотреть за нижней частью, то есть у земли черенки буду смотреть, чтобы они не почернели. Потому что она может почернить черенки, ну то есть она, каждое отдельное растение может почернить черенок, это значит, что растение не укоренилось, начинает погибать. Будем это смотреть, наблюдать, чтобы ему подошла почва, ну чтобы самое главное, не была она кислой. Чем длиннее черенок, тем хуже укореняется растение. Здесь же, несмотря на их длину, где-то 50 сантиметров, все нормально укоренилось, все пошло в рост, то есть это подтверждает их очаровательная листва, которая уже не обмякшая, как была в начале, а стала сочная, насыщенная и упругая.